Рецепт снять для сайта YouCook Video. Лапшу отварим по инструкции в подсоленной воде. Выложим на тарелку. Теперь соусом поливаем лапшу сверху. Соус можно взять любой. Сосиску разрезаем вдоль, не до конца, на 8 частей. Вот так получается. И усаживаем осьминожку на водоросли. Так, раскладываем все ноги. Ставим микроволновку на 1 минуту. Готово, достаем. И соусом, ложкой делаем осьминожке глаза. Так, все готово. Рецепт снять для сайта YouCook Video.